Индия заинтересована в поставках зерна из России. Население этого государства больше 1 000 000 000 человек. Для реализации продовольственной программы продуктов необходимо много. В то же время в Самарскую область могут прийти технологии из Индостана. В частности, сегодня речь шла о поставках оборудования для глубокой переработки и упаковки сельхозпродукции. Вы сами знаете, что население Индии большое и не хватает всей этой культуры, которую мы готовы закупать и даже на контрактной основе выращивать у вас. Мы можем от себя, потому что наша компания еще занимается поставкой заводов под ключ по переработке сельскохозяйственной продукции, в том числе и глубокой переработки пшеницы, кукурузы, соевых культур. Индийская делегация заявляет о готовности инвестировать от 5 до 100 миллионов долларов в самарские предприятия. Индия – стратегический партнер России. Свои проекты реализует уже во многих регионах, в том числе и в Самарской области. Наши предприятия заинтересованы в расширении сотрудничества, поскольку это открывает перед ними не только новые технологические решения, но и дополнительно огромный рынок сбыта. Для нас чрезвычайно важно интерес такой крупной страны, как Индия. Это стратегический партнер для Российской Федерации. И поэтому налаживание долговременных, взаимовыгодных условий для сотрудничества между Россией и Индией является для нас стратегическим приоритетом, как на федеральном, так и на региональном уровне. Сегодня прошли переговоры инвесторов с представителями самарского бизнеса. Обсуждали строительство птицефабрики, свиноводческого комплекса, двух молочных ферм и нового перерабатывающего завода. И все это с участием индийского капитала и технологий ноу-хау. Кроме того, из Индии на самарский рынок могут быть организованы поставки экзотических продуктов, выращенных в условиях субэкваториального климата. Олег Зверев, Станислав Левин. События.